Картина Франсуа Буше «Лесной пейзаж с солдатами» была написана им в 1740 году. На ней изображены два солдата на берегу реки посреди леса. Картина, благодаря четкости и детальности изображения, очень реалистична. Стволы деревьев имеют рифленую структуру древесной коры. Листва и хвоя на ветвях деревьев имеют естественные зеленые цвета. Верхушки массивных деревьев тянутся вверх, к голубому небу. Что касается неба, то художник изобразил его ярко-голубым, с полным отсутствием облаков. С одной стороны полотна по нему плавно проплывает небольшое скопление туч. На дальнем берегу реки расположился лес. Корни ближайших деревьев словно утопают в реке и перетекают в свое отражение. На ближнем берегу, на возвышенности, изображены два солдата. Солдаты заняты беседой, а их оружие сложено рядом, что позволяет судить скорее об их отдыхе на берегу, чем о воинственной настроенности. Рельеф берега имеет четкость. В написании его художник использовал широкую палитру пастельных оттенков. Основной акцент картины имеют массивные деревья и река с зеркальным отражением неба и леса. Зритель словно утопает в реальности изображенного пейзажа. Смешанный лес словно передает шум листвы, а река так и манит своей прохладой. Франсуа Буше является не просто художником. Он является ярчайшим представителем эпохи рококо и не ограничивался только живописью. Его творчество настолько разнообразно и многогранно, что сложно ограничиться характеристикой, используемой им, цветовой палитры и ракурсами, в которых он пишет изображения на картинах. Он эмоционально высоко передает то, что считает необходимым отобразить на своих полотнах, так и картина «Лесной пейзаж с солдатами» изображается в интересном ракурсе.